собственный автомобиль. Никифор Финагин, участник автор-ретро-клуба «Калининград», показывает мастерство вождения на «Запорожце» 1979 года. Видите, в автомобиле там присутствует советская символика, ордена, медали, которые имеют отношение к родственникам Никифора, его деду, в частности, который воевал. Увлечение автомобилями Никифор начал еще со студенческих времен. Под капотом у этого автомобиля, напомню, что двигатель находится сзади. 40 лошадиных сил и двигатель рабочим объемом 1100 кубических сантиметров. Если говорить о кинематографе, то, конечно, вот в фильме «Мимино» очень похожий «Запорожец» выполняет такую очень существенную роль. Ну, а тем временем Никифор подъезжает к старту, там встречает группу поддержки, судейская коллегия.